Привет всем, на связи Грегор, и вот долгожданная встреча в Айасатовске, можно сказать, спустя фиговую тучу времени. В общем, я снова с вами, поскольку уже тебе я поставил бандикан, ну, правда, с дополнением кеймейкер, чтобы можно было крахнуть бандикан, то есть, типа, ввести специальный код, чтобы не было водяного знака сверху. В общем, сейчас располагаюсь в последних... Еще располагается в районе новостроек Айсатовской, то есть это гостиница, автобусный парк, автовокзал, вот новое жилое здание, вот. Это почти то же самое, что на улице Пакинский комиссар, только перекрашенное в серый цвет. Зоомагазин, три частных жилых здания, пожарная часть номер два, ресторан Бахчисарай. И, в общем, вот в этом вот уголке я располагаюсь, сейчас нахожусь. В принципе, я пытался поставить бандикам на ноутбук. Кстати, кто сейчас не в курсе, у меня сейчас Lenovo IdeaPad 330, поскольку... Причем, почему у меня Lenovo? Поскольку... Потому что у меня был ноутбук от Dell, но у меня, произошло ЧП, ноутбук сломался, то есть сдохла батарея, хотя здесь предположение, что там сдохла и материнская плата. Он до сих пор сейчас валяется в долгом ящике, пока, можно сказать, ждет окончательного решения, то есть либо заменить батарею, либо переустановить операционную систему, поскольку материнская плата не выдерживает, или вообще нафиг выбросить этот ноутбук. Пока что единственное, можно сказать, запасные решения пока что у меня только этот Lenovo IdeaPad 330. Я, конечно, в первое время его не особо долюбливал, поскольку там было мало оперативной памяти, там было 4 гигабайта, но, к счастью, удалось увеличить оперативку в 2 раза. В общем, все работает как надо. Ребят, я продолжаю, можем, эту запись. В общем, сейчас нахожусь на крыше дома номер 8 на улице Первого строителя. Вот у нас автошкола. Это у нас такой автодром, парковочная зона для учебных машин. А вот зайдем дальше, у нас садовое товарищество «Дружба». Вот оно, вот парк небольшой. Так вот, в общем, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас, подписчиков и зрителей моего канала, с Пасхой. В общем, сегодня 24 апреля, воскресенье. В общем, Христос воскрес, друзья. Ну и хочу поговорить о планах. В общем, если, конечно... так сказать, дотянутся руки, то могу с радостью возгрузить проект на канале под названием СССР в Майнкрафте. Там всего максимум было где-то 5 или 6 выпусков, но проект выглядел, мягко говоря, сырым. Поэтому, возможно, в буквальном смысле слова, начать второй сезон проекта. Кстати, не обращайте внимания, это у меня Telegram затринкал. Так вот, я, возможно, начну второй сезон проекта СССР в Майнкрафте, это уже будет с другим годом. Не с тем городом, который у меня раньше был, это Starfire Rupple, а с другим, это городком, возможно. И, возможно, это уже будет другой, уже будет намного лучше, чем было в 2020 году. То есть раньше я, имел мало опыта, а сейчас уже имеется опыт, кстати, вот, результат налицо, кстати, вот это вот. Живой дом серии 1LG600, новостройка. В общем, если, дотянутся руки, то с радостью я могу начать проект СССР Майнкрафт, точнее, второй сезон. Но, разумеется, я, конечно же, буду рад учесть ваше мнение, то есть открывать проект или не открывать. В общем, решать вам, друзья. В общем, я, возможно, оставлю голосование в вкладке сообщества. Вот. А на этом, в принципе, пока все. С вами был Грегор Эджерс. Всех поздравляю с Пасхой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите ко мне в группу ВКонтакте, на серверах Дискорд и, конечно же, посещайте мой чат в Телеграме. Там тоже много чего интересного. В общем, с вами был Грегори. До новых встреч. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч.
И да, ребят, пока я не забыл, в описании я еще оставлю ссылку на группу про Аристотельск ВКонтакте. Ссылка также будет в описании под видео. В общем, с вами был Грегор. Еще раз всем пока и поздравляю. И еще раз всех с Пасхой.